Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским. Такие вот длительные аплодисменты, помню, которые Милан взял и, так сказать, приглушил и правильно сделал. Итак, давайте вот, Константин, сейчас я вот задам вам вопрос, который вас выбесит. Почему? Ну, обязательно, потому что я не могу, собственно говоря, не задать этот вопрос. Видел какой-то фильм? Да. И в этом фильме главный герой, он любил оперу, а его девушка не любила оперу. И, в общем, короче говоря... И он ее съел? Он ее чуть не убил. Вы мне скажите, опера — не устаревший жанр? Вот, мне кажется, вот опера — это для... Я 4 раза в жизни ходил на оперу. Это много. Я пытался, да, Элла, я понимаю.
Я пытался... Вот я А где вы были? В каком один раз был в Вене и три раза в Израиле. Я пытался себя, так сказать... Ну, надо же, как бы, вот я же интеллигент. Не надо. Я знаю. Уже теперь знаю. Вот балет полюбил, честно. Я любитель балета. Но опера вообще не вошла. Вот давайте так, во-первых. Или как модно, не зашла. Не это зашла. Сейчас модно, да, сказать. Первое. Модно. Не устаревший ли этот жанр? И второй, как что называется, понять, как принять, как научить? Вот какие советы, чтобы я вот не стыдился своей необразованности и своего как бы низкого уровня? Не устарела ли опера? Первый вопрос. Вы знаете, надо на эту тему беседовать о вкусе ананаса с теми, кто их ел, а не с теми, кто о них только слышал. Я 4 раза пробовал ананас. Этого недостаточно? Ну, опера же не ананас, это аллегория. Это метафора. Что вы говорите? Да. А я так и не понял. Ну, почему? Вы приказываете совершенно, кстати, у меня абсолютно... Я вам скажу так. Мама меня учила, она была актриса замечательная. Она говорила, Котя, нельзя уходить в середине... акта, надо дождаться паузы. Это правда. У меня только развивался гастродуоденит от этого. Это подростковая болезнь, когда очень пучит. Я думаю, зачем же я буду терпеть, если мне не нравится. Дело в том, что на спектакле, если приходишь и здорово работать, неважно, драматический артист, опера, балет, если это талантливо, это посыл энергии большой, емкой, огромной, нацеленной прямо в ваше сердце. Оно же у вас есть. Вот. Тогда вы выздоравливаете, если вам до этого не здоровилось. А если вы пришли, вам не здоровилось, и вы видели говно на сцене, извините за слово это слово. Нормально, нормально, да, нормально. Замечательно. Здесь слово. Нужно, да. То вы заболеете, еще у вас выяснится, что у вас куча всяких хроникальных заболеваний. Поэтому то, идти, что вам, может быть, не повезло, это одно. Получается, идти на оперу, это опасно. А вы в каком возрасте были? Понимаете, я считаю, что... Я во взрослом. Вот. Сложное, например, чтобы вот сейчас дать вам Галсуорси или Джека Лондона, если вы до этого прочитали только букварь, это будет для вас Егупоп 77-й. Ну, непонятно, понимаете? Непонятно. Потому что проще прочитать Чейза, чем Агату Кристи. Ну, это такой бульварный листок, 90-е годы. Окей. Печатали, и даже моя мама с этими образованием сидела вот это вот. Я говорю, мама, что ты читаешь? Знаете, мама, какую, что ты делаешь? Так сказать, да. Поэтому к определенному хорошему, глубокому, многомерному виду искусства надо готовиться. Когда я не понимаю слов. Детонька, слова, тут главное музыка. Вот я прихожу в оперу, даже не просто опера, а музыка – это не слова. Хотя учу ученику, говорю, артикуляция должна, она оправа звука, да? Вот бриллиант не сияет в меди, только в платиновых лапках, да? Правильно, тогда это то, что это говнище не поставит в платину, правильно? Я правильно говорю? Поддерживайте. Да, поддерживайте. Я вижу в ваших глазах сочувствие. Да. Нет, просто вот Константин увидел, что я продолжаю. Лицо Вы все правильно сказали. Вы очень правильно сказали. И это правильный вопрос. Поэтому в Европе, где я уже 27 лет живу я там, это современный вид искусства. И масса людей молодых. Но есть, конечно, перегибы. Вот я, например, должен был петь спектакль, где все голые. Замечательный режиссер, очень известный, я не буду называть его фамилию. А это голые, потому что... А я сказал режиссеру, он очень, у него всегда все голые. Я говорю, вот, показал ему долю. Я говорю, я не... Он говорит, зачем? Ты будешь Дон Жуан одетый, а все будут остальные. Он так и сделал. Все были практически, ну, вот так. Я был одетый. Вот, ну, что? Был замечательный режиссер, был замечательный дирижер. Еще раз. И это было талантливо сделано. Короче говоря. Я цитирую Виктюка. Я понял. Подожди. Виктюк, задал кстати, вопрос, слушай. Виктюк сказал, можно на сцене сказать «я люблю тебя», это будет жесткое порно. Хорошо. А можно поцеловать и нечто большее, и, ну, вас еще так, раз. И это будет еще искусство. Раз. Если я правильно понял, для того, чтобы опера стала современной, надо раздеть артиста.
Нет, это просто опера и оперетта. Это два вида искусства. Это сказал Ярун, величайший оперечный актер. Вот вы помните, у мамы полцирка застряла, да, Георг Гоц. Он сказал, что это два вида искусства, Ярун сказал, которые не терпят бедности, убогости. Но это не только блестки, Филипп Бедросович, понимаете? Да, ой, порезал ногу. Ой, кто у вас на сцене выступал? А Киркоров, блестки, все понятно. Да. Все, типа, мойте сцену. Нет, а это... качество, это качество голосов. Должно быть качественный голос. Должна быть, если выходит артист, то это должна быть морда лица, это должна быть фактура. Это вот как Вишневская была, Мирошниченко, да, Образцова, Дель Монако, гениальный певец, Доминго. Но это же выходит человек, и люди влюбляются. От этого вы приходите в кино про любовь. Вы же не хотите видеть чертишу? Вы же любите, я люблю все чертишу. Любят. Я за чертишу. И это есть, если это изнутри. Красота бывает внешняя, а для меня всегда интересен артист, когда это идет изнутри. Точно. И через 5 минут мы в него влюбляемся. Но есть законы жанра. Не может выйти из Камелия рубль 50 роста, понимаете? Это должен выйти огромный красивый дядька. Я понимаю, самое. Лючия должна. Я могу перебить и сказать, что у нас реклама. Виолетта должна, она умирает 23 года от чахотки. Она не может 50 килограмм, 500 килограмм выйти, понимаете? Поэтому величайшая кабалье никогда не пела этот спектакль на сцене. Она была всегда про рекламу, можно сказать? А запись потрясающая ее на радио. Как бы про рекламу сказать можно? Пожалуйста, Мари, говорите. Ну, чувствую себя на самом деле неуютно, потому что тут про кабалье, а я про рекламу. На Первом радио, сейчас я напомню, кто у нас в гостях, Константин Риттель Кобылянский. Кстати, с Кобылянскими вы как бы в каких отношениях? Так вы про рекламу или вы дальше меня допрашиваете? Нет, просто сказал, Да. Племянник Ольги Ильяновны Кобылянской, великой украинской писательницы. Да, видел ее, да. Вы ее видели? Сколько вам лет, Марик? Я видел ее, так сказать, памятник в Черновцах. Это стоит. Правда. Театр возле имени театра. Музей, да, замечает. Да, правильно, да. Правильно. Улица Кобылянская. Был абсолютно правильно. В августе. Да, в августе был. Вот. И Элла Пасик, замечательный аккомпаниатор. Какое слово тяжелое. И пианистка замечательная. Она играет соло изумительно. Я пианистка тоже. Я не только аккомпаниатор. Когда мы сейчас рядом говорим об опере, мы говорим сейчас вот с Константином рядом. Я его концертмейстер. Отлично. Но у меня много дел в жизни. Не давайте про рекламу. Мы потом скажем. Давайте про рекламу. Не давайте. Не давите на меня. У нас в гостях Константин Риттель Кобылянский. Оперный певец. Все хочется сказать ёперный, но нельзя на радио такое говорить. Элла Пасик, замечательный, замечательный пианист. Правильно я говорю? Я так замечательный. Браво. Вы делаете успехи. Честно сказать, я не знаю, какая она пианист, никогда не слышал, но если говорят все замечательные, пусть будет замечательно. Мне все равно, а ей, разумеется, приятно. Итак, Константин, ну а что? Не всем приятно, когда говорят замечательный. Вы вот если бы вы были поклонник оперы, я бы вам спел: «О, милая, доверьтесь мне». О, милый мой, доверьтесь мне. Вот доверьтесь мне, она замечательная пианистка. Совершенно не спорю. Константин, а когда вот вы решили, вот я вот пацан стать оперным певцом? Мне всегда вот интересно было. Тут у меня были и композиторы, всякие люди здесь были, да? Очень известные композиторы там были. И вот всегда мне интересно, вот как вот, вот я понимаю, если вы мечтали быть водителем мусоровоза. Ну, нормальная работа. Нет, я мечтал был дворником, поливальщиком. О, вот, что вы? У нас был дворник, тетя Маша, вот это вот, помните, алюминиевая насадка на это, и у нас сирень на поливание. Я всегда просил пополивать. Мне нравилось видеть сразу результат, как говорила моя мама. Мальчик любит результат. Да, ваши родители артисты. А поливалка, я просил: дядя, покатайте, пожалуйста. И меня подсаживали. Да, это ужас был. Киев весь поливался, это же 86-й год, вы же помните, была радиация. И у нас поливалки были каждое утро. И многие, кстати, вот вы говорите, пацаны, мальчишки мечтали туда залезть, а меня брали. Я выглядел старше своих лет. Хорошо. Ваши родители были артистами, да? А? Да, мама и папа актеры. Говори в микрофон. Да, говори в микрофон. Потому что артист должен петь в микрофон. Совершенно. Я пою не в микрофон. В оперной же вы не нужны. Вы же про микрофон не знаете ничего. Знаю, но просто стараюсь им не пользоваться. Действительно, надо кричаться. Вот и публика, кстати, это очень ценит. Когда вот ставят мне этот, вот это вот непонятно что, микрофон. Я отхожу и говорю: на улице не дождь,
То есть, дочь, у нас концерт, да, как в Юрове. Да, да, на улице замечательная израильская теплая погода, у нас концерт без микрофона. Окей. И люди стендовые. Кстати, про благотворительный концерт мы чуть поговорим. Да, обязательно. Я хочу вот что сказать. Это главное. Все-таки да. спросить. Да, пожалуйста. Вот каково быть театральным ребенком? Изумительно. У меня были потрясающие родители, изумительные. Они были, я поздноватый ребенок, в 35 лет они меня родили. Ну, по нынешним меркам самое оно. Сейчас самое оно, но это же было 99 тысяч лет назад. Вот, я помню Ленина, правда, лежа. Кто из старика не помнит? Да, я выставил просто много лет назад из Александровского сквера, 47 минут, и попал и увидел вот этот. Он на фотографии гораздо эффектнее, говорила моя бабушка. Я смотрел. Согласитесь. Я тоже стоял. Лежит какой-то, как говорила Шесинская, этот рыжик залез на мой балкон. Это катастрофа. Что он там делает? Да-да. Вот, поэтому... Какой был вопрос? Это не важно. Давайте так. Константин. У меня я вспомнил. У меня замечательные родители. Они были драматические актеры. Я не собирался идти в оперный театр, потому что драматические артисты мне всегда были ближе, потому что было вот это состояние студийности, молодости. Моментально придумывались какие-то розыгрыши, какие-то... Не было... Они когда собирались, они все были молодые по духу, неважно. Да, к нам приезжал и Захаров, Марк Захаров у нас был дома. Море, вот эти цветка. Вот мы не в гостинице, мы у тебя на полу штабелями, в коммуналке, а но хорошем, но главное состояние души, понимаете? Вот, поэтому я вырос среди нормальных людей, народных артистов Советского Союза, не очень. Они были нормальные люди, которые, и я вот сидел с ними до утра, они там о искусстве, совершенно трезвые, кстати, могли там сигарету курить, и вдруг я вставлял какие-то три слова, например, про Лилю Брик. Они говорят, Света, кто это? Это такой тебе. А сколько ему лет? Я говорю, 13. Она говорит, нет, ему 150. Откуда вы это знаете? Я говорю, я читающая молодежь. Вот и все. Вот я был в Швейцарии на фестивале, и был Владимир Викторович Васильев, народный артист Советского Союза, выдающийся танцовщик. Вот, и он привез свои живописные работы. А я... Я пел, там был Игорь Иртенев, была Мигрель Шагинян, это Мариетта Шагинян, дочка, это Цыгаля, жена, и мать Сережи Цыгаля, это уже вдовец Любы Полищук, выдающийся тоже скульптор. Была чудесная компания, где были и певцы, и художники, и танцоры разного возраста, все были классные, мы сидели за одним столом, и я ему говорю, Владимир Викторович, я никогда не забуду, как вы сделали на юбилей Массерера номер футболист 20-го года, номер МСРР поставил. Он на меня смотрит и говорит, сколько вам лет? Я говорю, 114. Просто скрываю. Я говорю, знаете, у нас было три канала телевидения, Марик, вы это знаете. Ну, конечно. Милан молоденький, он этого уже не застал. УТ-1. А мы УТ-2. А я, кстати, на УТ-2 со своей женой, первой Миленой Бурт, вел программу, первую в Советском Союзе произраильскую программу «Яхат». Яхат. А у нас называли неправильным ударением. Сейчас ты знаешь, что «Яхат». Произраильская два раза в месяц по воскресеньям. И вот первая любовь к Израилю у меня появилась еще тогда. Да, вот да, но Израиль, конечно, не страна оперного искусства. Абсолютно вы не правы. Такое количество любящих именно оперетту, оперу, как здесь, меня же не показывают здесь по телевизору, бываю не так часто на радио, спасибо, пригласили, очень рад, благодарен. Мы вот благодаря Эллочке, а залы у нас полные, стучу по голове, самое деревянное место. Да, было, много замечательной это публики, заработано грамотные. Просто трудом. Моя мама говорила, Коть, никогда нельзя выходить на сцену в зависимости от размера сцены. Надо работать, как в последний раз. Поэтому, если позовут, мы с Эллочкой выступали и в небольших, и бесплатно. И вот сейчас я просто упросил мэра города Натани, она пошла мне навстречу, замечательная мэрия Файберки Кар, вместе с Елишева Юлия Кац из ее фракции, замечательные две дамы, они мне просто пошли мне навстречу, и вот у меня будут концерты прямо перед солдатами армии обороны Израиля. Туда невозможно попасть. Вот, и я в этой связи вспоминаю по поводу репертуара, когда Клавдия Ивановна Шульженко позвонила Коне, он был ее соседом, и говорит, что петь, первый концерт на передовой, да?
наверное, лирическую музыку, а может быть, какая-то задумка. Он говорит, категорически нет, только веселая, потому что люди защищают мир. У вас есть 2 дня в Израиле, у вас, у нас уже, я имею право это сказать. Йом ха-Зикарон, когда вспоминают всех погибших наших детей, убитых, и просто людей, которые, вот как сейчас, 7-го произошло это. Ну, я считаю, что это 2-я катастрофа. Этот день навсегда останется в памяти мира, народа. Ну, да. И она говорит, что же петь? И только веселое, только замечательное. Я это уже сказал. Да, да, переходит в Ацмаут. Да, и Йом совершенно правильно. И вот вспоминаю, я был на этом в 16-м году. Эллочка меня взяла, и я увидел, что ни у одной мамы, которая потеряла сына или дочку, или обоих детей, больше их не будет у нее. Я не видел кровавых глаз, ненависти, ужаса в этой связи. Да, и вот вспомнили, все это такая боль в сердце, души, и он переходит во что? В праздник света, жизни. Не дождутся. Свободы. Йом Ацмаут. Вот это великая мудрость замечательного еврейского народа. Окей, ну как, ладно, раз уже начали про концерты, завтра будет благотворительный концерт. Об этом я очень хочу там сказать, Марк. Зерницкий, будет ваш вести коллега, я отдельно хочу, Влад Зерницкий, будет ведущим. Это замечательный, харизматичный ведущий. Это тоже не реклама, я просто много раз имел, с Эллочкой, счастье выступать в одном концерте. Артист. Это замечательный артист, у него изумительный, я всегда, когда он говорит на русском, изумительно, когда он говорит на иврите, я просто завидую белой завистью. Вот публика его любит, это большое счастье, что он будет в этом концерте. Вот это благотворительный музыкальный вечер, который будет завтра, 25 ноября, начнется в 18 часов. Сейчас не пугайтесь названию, в Бабе-Яге. Ну да, да. Вот да, это да, ресторан, да. Ну это там, в общем, будут стулья стоять, все будет просто это место, которое выбрали. И, ну и возле моря, возле там погулять моря, можно, да. И да, это да будет, где, вот я могу сказать телефон? Ну раз свой уже, раз спасибо уже начал, вам большое, то скажи. Это здорово, да, это мы собираем тоже это, собственно, это будет делать, во-первых, это занимается продюсер, импресарио Ирена Арзютова совместно с благотворительной организацией Федерации русскоязычных израильтян. Uh-huh. Вот, это будет, вот я сейчас к вашему вниманию продиктую телефон 0522-315-308. Повторяю, 0522-315-308. Пожалуйста, звоните. Наверное, еще, может быть, есть даже какие-то но места. Но этого точно я не знаю. Ограниченное количество. Но это будет для, значит, называется этот проект «Сильные вместе», в помощь военнослужащим ЦАХАЛ и эвакуированным семьям, помощь, которые из юга приехали. Юга, да. Вот. Выступают в концерте, я должен сказать. Ну, замечательные давай, певицы. Софья Башова, Вероника Курманова, Софья Лещинская, Мария Мел, Михаил Халдей, Ирина Белл, ну, Эллочка Пасик, джазовый коллектив «Шалом Баскобойников». Ну, Эллочка Пасик – это музыкальный руководитель, главный концертмейстер. И будут итальянские, израильские, мировые хиты на идиш. Приходите, откройте ваши сердца и души. То есть, и самое главное, ваши деньги пойдут на благотворительность. Конечно. Абсолютно это правильно. Очень важно. Вы знаете, безусловно, когда этот ужас начался, не то что петь, я вообще не спал. И когда я все это увидел в Телеграме, не буду сейчас все это озвучивать, вы ну, этот да, ужас, там, когда эти сволочи еще все это снимали, эти нелюди, то я думал, что делать, что делать. Так, зашли в магазин, видим, стоят, говорю, почему здесь торгуют носками и трусами? А, это солдатами, все, скупили сразу все. Да, я да, выходил да какими-то торбами, отправляли, потом деньги, но все равно чувствую, что что-то надо, а еще что-то не время. Еще, и то, вот что появилась можем возможность, вижу какой-то вот артист, а, увидел, как на передовой замечательный студент, бывший студент, выпускник, изумительный тенор, Станислав Давыдов. Стас Давыдов. Стас Давыдов, это да ученик выдающегося педагога Марины Левит, это профессор в Академии Иерусалимской. И он поет «О соли мия» таким голосом. Рядом ребята сидят, солдаты. Я думаю, так, надо туда рваться. И я благодарен еще раз мэру города Натани. Окей. Что хорошо, у меня будет такая возможность. А завтра ждем вас, приходите. Да. Ну, там еще раз очень быстро. 0522-315-38. 0522-315-38. В общем, звоните, потерял контроль над передачей полностью. Ну сижу, что как, вы, Марик? Сижу как мебель.
не могу ничего сделать с этими людьми. Вы сидите, как красивая этажерка из карельской березы. Изящная, дорогая. Изящная. Изящная. Ну, хорошо. Все-таки давайте перейдем к вашему искусству. Все-таки к вашему виду искусства. Я как бы об этом. Мне же хочется выяснить, так сказать, закулисье. С удовольствием. Если вы сказали, что драматические актеры все-таки живые, все-таки кайфовые, то каковы оперные? Мне кажется, как-то они немножко другие, потому что ну, там все по-другому, наверное, да? Марик, дорогой мой друг, вот если я вам сейчас буду рассказывать, что есть режим, что надо какие-то вещи себе... Мне это интересно. Я вам скажу, да. Давай. Но если это влияет на мою психофизику жизнедеятельности, а это надо помирить, да? То есть и режим держать... Вот, я всю жизнь прокурил, Называется... мог выпить виски, я сейчас не курю. Слава богу, с помощью Эллы Паси, кстати, она меня заколдовала, в хорошем смысле этого слова. Вот, и, конечно, это режим, но самый для меня, вот как для артиста, вы говорите, а, вот Образцова Елена Васильевна, мы с ним пели вместе, и я ее очень хорошо помню. Доминго я имел счастье слышать и знаком, никогда не пел на одной сцене. Это все нормальные люди были. Евгений Семенович Личенко, величайший, Муслим Магомаев. Это были люди. Слово нормальное, это какие? А вы знаете, это такие, как мы с вами. Они могли поддержать любую беседу. Это не было, они никогда не разговаривали в резонатор, чтобы не подумали, что они артисты балета. Они разговаривали, как нормальные люди. И это в высшей степени образованные люди, как говорю, знатоки еще смежных профессий, а не только мой голос, как говорите, мой голос. Я всю жизнь дружил с драматическими артистами, с художниками. Вот, я вырос в замечательном городе Киеве, а потом учился в Одессе. И Горсад, вот эти вот художники, я там пропадал. Я бездарен, как пробка, как художник. Вообще, ну мне нравилось вот это, вот как это создается, как. И я сидел и подсматривал, там были и портретисты угольками, вы это помните. Вот, но это другой вид деятельности, это вдохновляет, это тоже искусство. Марик, задавайте следующий вопрос. Меня думаю, не остановить. Не будет следующего вопроса. Не будет следующего вопроса. Хорошо. Потому что все уже, никаких вопросов. Все. У нас реклама. Реклама, прекрасно. Итак, наша программа продолжается. В гостях у нас Константин Риттель-Кобылянский, оперный певец, и Элла Пасик, музыкант. Как это? Просто пианист. Но только очень хороший. Вот совсем не просто, Марик. Она замечательная пианистка. Ну что вы все время в эконом-режиме? Ну скажите доброе слово женщине. Вы же обожаете женщин, а то люди начнут сомневаться. Давайте, давайте, скажите что-то доброе, теплое. Она стоит этого, конечно. Да, конечно. И все-таки, давайте вот мы вот о чем поговорим. Вот насколько в вашем оперном мире, мне все вот интересно, вот насколько вот это вот... Идет эта борьба, потому что мы постоянно слышим про борьбу вот этих самых балетных. А как у вас там? Как у вас? Вы там себе там, что вы делаете, чтобы попасть, так сказать, получить главную роль? Кого вы подставили за это время? Кого, так сказать, отравили? Кому, так сказать, в горло запихали побольше льда, чтобы он не мог пить? Как это у вас происходит? Марик, во-первых, спасибо за замечательный вопрос. Я просто получаю удовольствие, когда вы так формулируете, это просто кайф вообще. Вот это засунуть льда, там побить стекла, там все балет. Вы знаете, ну, во-первых, это где-то, наверное, происходит. Мама меня учила, что в театр это работа, это не дом родной. Вот, вот эти все советские истории, хотя я вырос в Советском Союзе, родился, по крайней мере. Я никогда не вступал ни в какие... организации, вот эти вот группировки. В театре нельзя не здороваться, нельзя кого-то ненавидеть. Это, как вот хотел сказать, как вы правильно сказали, уверен, вы бы так сказали, это не всегда террариум единомышленников. Это единомышленники с очень тонкой душевной организацией, но не которые больше. Друг друга ненавидят, нет, это нормально. Это неправда. А вообще знаете, это правильно. Неправда, Марик, неправда. Нет. Вот они, люди могут, это когда вот личное вступает, но когда я видел это, даже конкурирующие, вот я всю жизнь, я сам баритон, дружу с баритонами. Да. Вот. Так получилось. Не потому что я обожаю колоратуру, любые голоса, но у меня все мои близкие друзья, я всю жизнь с ними дружу, это баритоны. Мы как бы конкуренты.
И понятно, что если мы где-то на каких-то вместе были, пели одну партию, да, на фестивале, то какая-то, конечно, есть. Но мы никогда не опускались до... Наоборот, мы конечно. Бегали друг к другу на спектакль, говорю... Боже мой, ну классно, вот как ну, ты ну, это смотри, делаешь. Смотри, давай, это давай, когда... смотри, ты знаешь, вот не верю. Вот но я, это в любом я, случае я... не так, как у политиков, нет, извините. Нет, у политиков это отдельная история. О, вы-то знаете, вы не понаслышке. Да, ну а здесь смотри, вот давай так. Да, давайте. А, вот, футбол, вот я когда-то там занимался спортом, давно. И я занимался тем видом спорта, где важно, так сказать, все по весовым категориям, скажем так. И ты можешь дружить с ребятами, которые ниже твоей весовой категории, выше твоей весовой категории. Но ребята, которые с твоей весовой категории. Я там с одним парнем, которого я ненавидел, мы подружились после того, как уже стали взрослыми. Я к тому, что ты не можешь на самом деле, потому что он твой конкурент прямой. Ну невозможно, как в футбольной команде два вратаря не могут дружить между собой, сколько бы они там ни рассказывали на публике, как они дружат. Ну ты за одну и ту же зарплату борешься, ты борешься за одно и то же место под солнцем. Ну зачем вот это? А мальчик, я вам скажу так, вы говорите сейчас, вы хотите мне вложить ответ, а я вам говорю от себя. Может быть где-то кто-то, у меня люди, которые меня знают... не впервые, как вот мы с вами да. сегодня познакомились, а много лет, они все мои за и против. Вот все, я же на ладони открытый. У меня все, у меня нет там охраны. Все. Меня люди, куча людей знают. Тем более в Израиле, как кашлянул в Ашкелоне, а тебе сказали, будь здоров на Голландах. Но я говорю про большую поэтому сцену где-то в Европе. Врать мне невозможно. Если я не буду работать на сцене, как моя мама говорила, голым, не в одежде, а нервом. Да. Буду врать, это невозможно. Надо быть аутентичным, нормальным. Я так. Поэтому у меня никогда не было. Я кайфую. Я учился у хороших баритонов, которыми я пел. Я был молодой певец, а рядом со мной пело два изумительных баритона. На тот период они были в тысячу раз профессиональнее, умнее, знающие больше на сцене, как коммуницировать, как оценочное, как оценить, как слушать партнера. Я это все учился, и у меня не было времени, ой, какой он, а я там. Вот все, кто я сам себе с усами, и тратят энергию на вот эту зависть, они никогда не состоятся. Вот Образцова. Да. Все же, все мы хотели. А как вы с Архиповой? Она сказала одну замечательную вещь. Понятно, что они не дружили, наверное, в десна, да? Но уважение и то, что они слушали друг друга спектакли регулярно, потому что надо быть, вот сейчас модное слово, в тренде, понимать, да. кто что делает. Это, кстати, неужели в спорте не так? Что, можно позволить себе тренироваться и видеть, что делает конечно, коллега? Конечно, смотришь. А ты должен быть... Но, а вот это... но часто ты смотришь зависть. А ведь это первый шаг к уважению. Да. И потом, это... когда уходишь из спорта, таки это может перерасти в большую окей. дружбу. Как случилось в вашем случае. Окей, но ты смотришь... в том числе и зависть. Но гадости нет. Вы знаете, конечно, есть какая-то... Слушайте, это вопрос градуса зависти или градуса... Есть просто люди воспитанные, которые это держат и главным занимаются своей профессией, любовью к слушателю, к зрителю или там, если состязания спортивными, к аудитории, которые приходят, болельщикам. А потом... Да, неприятно. Конечно, никто не говорит, ой, выиграл Василий Петрович, я так рад за него, а я вот буду номер два. Понятно, что есть естественная реакция соперничества и неудовлетворенности, но это важно, насколько ты умен это держать себе. Это окей. возможность воспитания уже. Когда-то мы с супругой... Я бы так сказал. Да, прекрасно сказал, молодец. Когда-то с супругой мы были на спектакле Константина Богомолова, ну, супруга это Собчак, да? И, честно говоря, мы ни черта не поняли. И потом были вопросы зрителей. Ну, и когда кто-то спросил, а что это вообще было, он сказал, вы просто неподготовленные зрители. А, типа того, что вы готовьтесь, так сказать, а так потом идите, так сказать, к мастеру. Вот скажи мне, вот подготовленный зритель, вот это когда ты говоришь, раз ты меня не понял, ты не подготовлен. Вот можно ли так с человеком, который пришел на твой спектакль, принес деньги, билеты стоят дорого. А потом, если он тебе задал вопрос, ну, если у него была такая возможность, что это было, ты говоришь, да это ты просто дурак неподготовленный. Вот как бы
ты к этому отнесся? Просто мне вот интересно, нас это задел. Ответ, что мы неподготовленные зрители. Так, ну да, ну и что? Замечательный вопрос. Отвечу так. Это вопрос эмоционального интеллекта, как стоящих на сцене, и так сидящих в зале. Значит, да, есть какой-то момент подготовленности к определенному виду деятельности актерской, музыкальной, певческой на сцене. Но я считаю, что по-настоящему талантливое, я об этом всегда говорю. Знаете, для меня самый большой комплимент, когда после концерта люди подходят, не говорят, какой я там ща диез, бемоль, диез спел. Ну, да. А говорят, То есть идет выпад, такой обволакивающий восторг междометий. Ну, вот да, если у вас это не возникло, значит, да, самое элитарное искусство, может быть, оцепенение, нет слов, но оно должно как-то... а не оставить тебя, как слушателя, зрителя, равнодушным. Если ты выходишь с холодным носом, значит, это не твоя проблема. Все-таки это проблема постановщика. Творца. Абсолютно. Это мое мнение. Я выхожу на сцену, Ялочка не даст соврать, мы всегда об этом говорим. Бывает разная публика. Марик, ну вы это знаете. Ну да, конечно. И бывают люди, пришли, мало ли, мы же не знаем, как их жизнь складывается. Кто-то вчера тетю похоронил, билеты жалко сдавать. Ну да, у кого-то там родился ребенок, и счастье все выплеснуло, сегодня нет эмоций, да? Но билет жалко сдавать. Ты должен себя, как вы в начале программы замечательно сказали, всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. Помните Велюров, да? Да, товарищ Велюров. Замечательный броневой. Надо сразу в себя влюбить, но не в себя любимого, а в честное твое отношение к профессии. Есть моя профессор Людмила Ильинична Иванова, профессор детской консерватории, по камерному пению всегда говорила: Коть, публику надо брать с первой ноты, со второй может быть уже поздно. Это правда, и это не громким звуком, а полным, як кажуть українською, зануренням в то, про що ти, чого і до кого. Що ти, як ти, почему. Да, да. І саме от... Ты сегодня высел, ну уже все, на ты. Ну, мальчик, давай, ты сказал важно, в начале программы, что меня там любят, не любят. Главное, что никто к тебе не равнодушен. То есть нет равнодушия, а это победа твоя как ведущего, как личности. Вот это самое главное. Потому что если ты выходишь после спектакля, пел певец, танцевала танцовщица, режиссер кого-то что-то поставил, ты выходишь с холодным носом, у тебя ни одна частичка твоего тела не шевельнулась, это не твоя проблема. Не твоя, это постановщика. Я в этом абсолютно убежден. Хорошо, а вот смотри, есть... Я ответил на твой вопрос? Практически. Вот. Есть постановщики, которые, вот как ты говорил, там все должны там быть голыми на сцене и так далее. Я к тому, что нет ли такого, что люди хотят... Да, 3 минуты, боже. А 3 минуты, а потом мы... Что люди хотят просто шокировать ради шока. Вот у меня есть, вот есть такое вот... Если это пустое, меня это вообще не интересует. Я встаю и ухожу. Потому если что... шок ради шока, то это пустота. Да, это пустота. Я уже говорил в программе, что можно на сцене сделать все. Важно как. Это надо убедить. При здоровой левой руке чесать левое ухо правой, надо убедить, почему, если есть левое, ты этого не делаешь. Это надо убедить. Мы вспомним Антона Павловича Чехова. Да. Висит ружье, он должно выстрелить. Я уже не говорю ставшую банальной фразой и тем не менее правильной. В человеке должно быть все прекрасное, я добавлю, в артисте. И душа, и тело, и помыслы, и поступки. Но это ничего не должно быть пустое. Вот для меня театр, так как я артист, я выхожу на сцену, это энергетический поток. Да. От него можно устать. Вот меня сегодня много, вы это чувствуете, да? Я пришел, мне хочется рассказать это. Меня так наполняет Израиль, вы меня так наполняете. Я не могу, ну что это прийти в утреннюю программу и быть как, извините, мешок? У нас нет таких мешков, у нас вот. Нет. А вы заражаете, Марик, я вы заражаете. Я сижу нет, тут, вот, ты даешь очень хороший. Тут. Правильно, Ялочка, да, дает такой импульс. Живой человек. В общем, короче говоря, друзья. Я очень хочу еще раз 2 слова. Извините, Марик, что я вас перебиваю. Завтра, 25 числа, будет замечательный благотворительный концерт для военнослужащих Цахала, эвакуированным семьям, помощь жителям с юга. Ведущие
замечательный ведущий этого концерта будет Влад Зерницкий, изумительные певцы, музыкальный руководитель Ада Пасик, продюсер Ирена Арсютова. Завтра, 25-го, 18 часов, в зале ресторана «Баба Яга». Приходите, откройте ваши души и сердца. Давайте сделаем это. И немножко общее... кошельки. Да, получите, конечно, удовольствие и сделайте большое дело. Это вот когда... Ам Исраэль Хай, мы победим. 100%. Да. Хорошо. Я напоминаю, у нас в гостях были уже Константин Риттель-Кобылянский. Ничего не успел спросить, потому что взял инициативу в свои руки. Черт, и потом его непонятно, как забрать микрофон. Элла Пасик, Элла, спасибо вам. Как вы его терпите вообще? Я его ума не приложу. С большой радостью. Да. Я думал, сейчас скажешь с любовью. Да, так радость. Что ты как-то мало. Хорошо. А любви уже было. А я с любовью. В конце, давай, так сказать, что мы не послушаем? Себя, Элочка, что мы сейчас послушаем? Быстренько скажите, потому что я не знаю. А мы предложим это Милану, да? Smoke gets in your eyes, да? Smoke gets in your eyes. Дым идет в твои глаза. Отлично. Ну, а с вами был Марк Кричевский, программа «Персона Грата». Ну и мы Милану желаем хорошего продолжения. Вот, спасибо, ребята, огромное за приглашение. Пока. Будьте здоровы. I can't.